про имидж стилиста. Вот до недавнего времени, то есть 4 года назад, наверное, до этого момента, я не смотрела в эту историю. Я не смотрела в свое призвание. Я, как все нормальные люди, пыталась найти свое счастье. Искала его там. И нигде мне это счастье, в общем-то, не открывалось. Глядя на меня, все говорят: «Да, ты же красавица». Ну, ребят, все очень относительно. Это не то, чтобы я красавица. Это очень много деталей, которые я оттачивала с глубокого детства. Ну вот я такой имиджмейкер, которого не устраивало постоянно что-то в моей внешности или еще в чем-то. И я постоянно прокачивала свой вот этот вот дар, который у меня от рождения. С моей точки зрения, теперь стилист – это несколько шире. Это работа с людьми. И все мои навыки красоты и психологических переживаний, которые с детства меня преследуют, я смогла здесь просто раскрыть и раскрываю с каждым из вас. И это взаимно очень творческий, интересный, глубокий процесс, при этом который происходит уже за очень короткое количество часов. То есть, когда я начинала, у меня уходило часов 5 на то, чтобы человек просветился, проявился. Сейчас где-то у меня занимает 2 часа, наверное. Через 2 часа человек уже не помнит, каким он там 2 часа назад был. То есть ему прям хорошо. Ты знаешь, в некоторых случаях, да, у него отшибает память. И здесь вот люди разные бывают. Бывают те, которые не отшибают, но это, видимо, такие более замученные, как я в свое время. И у них прям благодарность, да, идет по этому поводу. И они это ценят, и прям это кайф для обоих нас. А есть людям, ну, которым заходит прям так, заходит и зашло, и они как бы, ну и ладно, типа, что там 2 часа назад было, неважно. Главное, мне сейчас хорошо, и ну и ладно, так тоже нормально.